мы с завтрашнего дня первый раз с Авивой остаемся один на один. Скажи нам, Авива, планы твоего завтрашнего дня. Что мы будем делать? Я буду играть с папой. А куда еще поедем с тобой? Клипсы купать еще там. Куда? На нос клипсы? На рот клипсы? На уши клипсы? Да. Тебе не будут ушки болеть? Нет, я буду не болеть. Снимать, потом опять цеплять, я, да? Лучше тебя буду просить. А, хорошо. А еще что будет? Еще будем купаться в бассейне вместе с Никодимом. Работу смотреть. И я как стрелять буду. То есть ты будешь у меня на работе? То есть во дворе. Мы поедем на работу, на как на парк, и миску поедем делать. Вот, это будет интересно. Да. А еще куда мы заедем с тобой? Я сам ем делал. А еще куда мы с тобой заедем? Чикафле, или как ты сказала? Нет, Макдональдс. Макдональдсе? Да. Мокрых салфеток туда надо взять много. Да. Будешь убирать вначале? Все протрешь, да? Да. Ну ладно. И мы вкусненькие вкусняшки. А что это мы с тобой завтра останемся? Не знаю. Маму позвали гулять. Скорее мама мне купила подарочек. Да, да, мама. Да. Маму позвали гулять, да? Да. Ну ладно. Ну давай. Всем что надо сказать? Пока. Подписывайте на канал. Ставьте лайк. Да. Ну, так что, куда мы с тобой едем сегодня? Мишек оживлять. Мишек оживлять? Да. О, отлично. И клипсики покупать. Еще клипсики. А потом? Макдональдс еще. И... Смотрим. И тортики еще. Ого. Угу. Ну, давай. Ну. Мы приехали делать место. Мама уехала, вот поэтому мы сюда, вот и это, и мы приехали и гулять везде с папой. Ну, конечно. Просто посмотри. Так, подумай, что мне купить здесь? Давай просто погуляем. По стрелочке. Что, куда идем? Давай посмотрим. Что?
Ты уверена? Да. А посмотри все, что есть. Вот смотри, здесь много еще есть. Какого мишку ты хочешь? Какая страшная девочка. Ага. Покажи, что ты, что у тебя в руках. День рождения сегодня? Да. Да ты что? Как зовут твою? Как ты имя дала? Авива. Авива.
пиво. Спасибо, что вы с нами чуть-чуть погуляли. Тебе понравилась прогулка? Да. Живила. И моя мамишка. Мишку? А зовут как Авива? А что внутри мишки? Сердце. Ты сердце вложила мишку? Да. Ничего себе. Мишка твой может? Он еще может петь. А ну. Да.